Приветствую вас, Анастасия. Я, вероятно, расстрою вас, но мне кажется, что ваш вопрос, в принципе, поставлен некорректно. Вот. Почему? На самом деле все довольно просто. Здесь дело в том, что может быть, вы делаете все так, может быть. Но если человек не способен на чувства, то есть, ну, если вы не вызываете чувств человека, то значит не вызываете. И очень важно не пытаться, как это делаете вы, мне кажется, заставить его к вам что-то чувствовать, да. А очень важно принять, что у него к вам чувств нет. И посмотреть, вот вы говорите, у меня мысли каждый день о человеке. Он не может ответить на такие чувства, как я жду. То есть у вас мысли о человеке, нужно определиться с тем, какие это мысли о человеке. Это первый момент. И второй момент. Это то, что вы ждете. Чего вы ждете? Вот. Конкретно, да, чего вы ждете? Что именно вы хотите? Потому что кажется, что очень сильно вы в чем-то нуждаетесь. Кажется. Любовь, если это любовь, она все-таки больше происходит от избытка, от возможности дать что-то человеку. А у меня есть ощущение такое, есть такое подозрение, что вы именно дать человеку что-то не готовы. Вы хотите от него скорее получать. И я не думаю, что это прямо-таки уж что-то плохое, да, я не думаю, что это прям вот что-то ужасное. Мне кажется, что в какой-то степени это мотивирует вас путать то, что вы чувствуете. Путать разные вещи. Мне кажется, что вы путаете немножко любовь, да, и ну, потребность, вот, ну, какую-то потребность, вот. Вы, ну, будете потребность там в, ну, в чем-то, например.
то есть, допустим, потребности в человеке, к примеру, вот, а вещи это все-таки немножко разные, поэтому нужно разобраться с тем, чего вам хочется, чего вам не хватает, нужно разобраться с тем, чего вы ждете, что вам нужно, вот. Нужно разобраться, какие у вас отношения с этим человеком, помочь вам, может быть, более адекватно устраивать контакт с мужчинами. Вот. И еще один важный, наверное, момент. Это в целом, что вам интересно. Вот. Ну, вот в целом. Что вам интересно в целом. Что вам нравится в целом. Чего вам хочется в целом. Вот. Что интересует вас в целом. Понимаете, да? Вот. Это, на мой взгляд, довольно важные моменты, на которые вам имеет смысл обратить внимание. Вот. Потому что от этого немного, немало зависит то, как дальше будет складываться ваша жизнь. Вот. Потому что, ну, вы или будете страдать, да, или, соответственно, научитесь с этим что-то делать. Научитесь как-то вот обращаться с тем, что вы ощущаете, с тем, что вы чувствуете. Научитесь обращаться с этим. Вот. Дальше. Следующий важный момент, на который хочу обратить ваше внимание, это момент, связанный с болью от, ну, условно говоря, с болью от того, что человек не отвечает вам взаимностью. Вот я бы так это сказал. Да? Как бы. Эту боль, на мой взгляд, важно не стараться в себе подавлять, как, вероятно, это делаете вы. Вот. А наоборот, проживать ее и позволять ей вас, ну, я бы сказал, захватывать. Да, вот я бы так это сказал. Позволять захватывать себя. Боли. Вот, чтобы проживать ее. Чтобы проживать ну, ту болезненность, которую вы чувствуете. Вот, потому что, ну, болезненность — это, ну, та боль, которую вы чувствуете, это нормально, в принципе. Важно тут только, чтобы вы позволяли себе ей быть. Вот. Важно только, чтобы вы позволяли ей существовать, вашу реальность. Мне кажется, что вы пытаетесь от нее любой ценой избавиться. Ну, действие, мягко говоря,
деструктивно по отношению к вам, конечно же, в первую очередь, потому что ничего хорошего из этого обычно не получается. Вот, ну, как правило. Вот такой ответ я могу вам дать, опираясь на то, что вы сказали. То есть помощь здесь заключается в тех моментах, которые я описал, да, как бы. То есть вот то, что я описал вам, то, что я сказал вам, это вот та, на мой взгляд, помощь, которую может дать вам психотерапевт. Вот, разобраться в себе лучше выстраивать отношения, ну и так далее. Вот. Это может быть полезно. Вот. Для вас во всех отношениях это может быть полезным для вас. Вот. Это может быть для вас болезненным. Вот. Более того, мне кажется, что это 100% будет болезненным, потому что, к сожалению, когда нам не больно, то мы не развиваемся. Вот поэтому задача, по крайней мере, вот моя как психолога, дать вам возможность увидеть в себе то, чего вы раньше не видели. Вот этому вы будете, скорее всего, сопротивляться. Вот, то, что, в принципе, нормально, но не всегда это воспринимается, ну, как сказать, адекватно, да? Поэтому я думаю, что какие-то моменты сопротивления у вас будут, безусловно. Не нужно думать, что существует какой-то уникальный, универсальный набор действий, вот, совершив который вы сможете добиться, ну, человека, добиться мужчины. Нет, такого не существует. Такого нет. Вы можете как добиться человека. Вот. Я имею в виду, что он может как ответить вам взаимностью, так и не отвечать вам взаимностью. И с этим вы ничего не поделаете. Но боль, которую вы можете испытывать от этого, необходимо проживать. Только таким образом можно чего-то добиться. Только таким образом можно, ну, условно говоря, научиться проживать вот то, что
вам, ну, то, что вам болезненно, скажем так. Вот. А, вот то, что я хотел вам рассказать. Мне, конечно, очень жаль, что вы оказались в такой ситуации. Я вам вне всякого сомнения сочувствую. Вот, я сочувствую, что вы оказались в такой ситуации. Но, к сожалению, в такой ситуации оказываемся по большому счету все мы, и на мой взгляд, нужно учиться с этим обращаться. Вот, на мой, по крайней мере, взгляд, как мне это кажется и видится. Вот это не всегда легко вот, делать, потому что это и больно, это и неприятно, это и обидно, и кажется, ну, кажется, что несправедливо, вот, и так далее. И вряд ли можно однозначно с этим спорить, то есть, ну, однозначно вряд ли можно с этим согласиться, вот. Но тем не менее, как бы нужно учиться, это проживать. Поэтому обращайтесь за помощью к психологу, вот, вам помогут, вам дадут поддержку, вот, помощь и так далее. Вот, если вы, конечно, позволите это сделать, позволите нам вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Желаю всего самого доброго и удачи.